В августе прошлого года рядом с Видновским перинатальным центром появился небольшой вишневый сад. Таким образом, один из жителей Видного решил выразить благодарность врачам. И вот теперь будущие мамы могут любоваться первым цветом молоденьких деревьев. У семьи Ваниных в Видновском перинатальном центре появились на свет двое детей – сын Мирон и дочь Анна. Счастливый папа Алексей Ванин закупил саженцы, позвал друзей, коллег, и работа закипела. Кстати, идея высадить здесь небольшой вишневый сад принадлежит маме Людмиле. Смотрю, такая чудесная поляна. Думаю, как же было бы классно здесь усилить красоту, усилить энергию. Ну вот, да, что здесь детский перинатальный центр, рождаются детки. И сюда же посадить плодовые деревья и цветущие, чтобы был запах. Ведь беременные ходят, да, и всем настроение бы улучшалось. С приходом весны уже стало ясно, что все деревца прижились. Вишенки еще молоды, но уже способны порадовать окружающих своими цветами. Специалисты перинатального центра отмечают положительное влияние окружающей обстановки на настроение и здоровье будущих мам. Когда перинатальный центр окружает такая прекрасная буйная природа, как зеленая трава, желтые одуванчики, прекрасные цветущие вишни, это вообще создает прекрасное настроение и психологический настрой на правильные, мягкие, хорошие роды.